Профессор Хилл, судья Томас, встаньте для присяги. Осенью 1982 года судья Томас начал использовать рабочие моменты, чтобы обсуждать секс. Я не могла молчать. Это правда? Правду она говорит? Я отрицаю все сегодняшние обвинения. Я никогда ни при каких обстоятельствах не домогался Аниты Хилл. Это цирк. Я считаю, это новый вид линчевания. Это политический театр. Томас играет роль. Но не он здесь жертва. Моих друзей грозят уволить. Моей репутации конец. Как вы могли спустить ему с рук такое возмутительное поведение? Я боялась мести. Но зачем оставаться в друзьях с таким человеком? Президент абсолютно уверен в своем кандидате. Слушайте, еще одна женщина сделала заявление. Пусть она даст показания. Из-за вас мы роемся в грязном белье. Хватит! Зачем вы это делаете? Потому что я вам верю. Я не могла молчать. Слушание. Смотрите в Амедиатеке.